Доброго времени суток, кто зашел в гости. Блуждая неизвестными тропами и дорогами, я сегодня зашла на остров Критей. Остров находится недалеко от меня, где я живу. Немного есть снега, остатки снега, я решила сегодня здесь поснимать. Красоту, ляпоту этого острова. Лестница уводит, если подняться, то там будет старый Критей. На мое удивление, я встретила тут четырехэтажный дом среди этих частных домов. Что крайне странно найти здесь высотный дом, но четыре этажа – это не частный дом. Это еще строит. И ивы плакучие растут вдоль всей этой речки. За моей спиной идет строительство частного дома. Третьего и четвертого этажа, наверное. Еще нету отделки, еще строится. Возле многих домов просматриваются лодки, беседки с креслами летними, когда народ сидит, шашлыки жарит. У меня на этом острове очень дивные ощущения. У меня такое ощущение, что я приехала к бабушке в деревню. Когда-то у меня жила бабушка в Одесской области, в деревне. Петровка называлась, потом ее переименовали. Это был поселок городского типа, очень большой. И вот когда я вошла на этот остров, хоть не первый раз, у меня было такое ощущение, как будто я вернулась домой. Вот те старые года советские, и я приехала к бабушке в деревню. Вот почему-то у меня было такое ощущение, какое-то такое спокойствие, что я попала как будто к себе домой в те времена, в деревню к своей бабушке. В общем, домики здесь крутые стоят. Бедное население здесь точно не проживает. Но без машины, допустим, жить здесь сложно. И вечером добираться внутрь острова, глубину острова, как-то, ну, наверное, не очень уютно. Только на своей машине. Пейзаж везде красивый. На протяжении вот всей длины острова я так гуляю. Выборочно по улочкам, потом я сейчас вышла ближе к реке, мостики, которые охватывают этот остров, соединяя берега, и везде открывается какой-то потрясающий красивый вид. Я рада, что я не пошла в кино, а пришла на остров снимать, потому что я не знаю, ли я поймаю когда-нибудь снег еще здесь, может, он и будет. Но в Париже тоже много локаций, куда можно было поехать, если снег есть. Тот же замок Фонтенбло зимой со снегом очень красив. Люди даже не забрали столик, кресло, летний вариант, хотя сейчас зима, все стоит прямо возле у кромки воды. Я здесь была на блошином рынке, было много людей, но только в начале острова. Дальше я внутрь не заходила, у меня не было времени. Я как раз тогда получила квартиру, и я здесь на блошином рынке купила кресло. Мне надо было что-то поставить в квартиру, на чем-то присесть, покушать. Я купила кресло здесь раскидное летнее за 3 евро. Оно по сей день стоит возле моего столика, где я постоянно снимаю свои видео. И гадания на картах, и обеды, и ужины. Такой более массивный мост для машин. Мало людей, ну, есть немного гуляющих, таких, как и я, случайных прохожих. Но мне кажется, это жители этого самого острова. Время от времени я кого-то встречаю. Особнячки классные. Красиво жить не запретишь. И где бы ни стал, вот такой вот красивый пейзаж открывается для художника. Я вижу, как художник, как фотограф, как художник, что вот здесь красивую можно сделать съемку, фотографию или картину. Вот так вот запечатлеть.